те, кто применяют это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже. Должны понимать, что оно обоюдно острое, это оружие. Заказы преступлений за деньги, они не единичны. Также вот в этой профессиональной среде, можно сказать, и вы это хорошо знаете, в этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Также все легко и продается, любая информация, и покупается, и продается. Так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся.